Здравствуйте, друзья! Заинтересовала нас спортивная стрельба из пневматического оружия. Вот пистолет пневматический САС МП-40. Сделали заказ. Пришел нам вот этот пистолетик. Вот так он должен был выглядеть. Инструкция. Вот к нему баллончики. В комплекте взяли 10 штук. И вот сам пистолетик. Но, как видим, на первый взгляд, какая-то такая коробочка уже подуставшая очень сильно. Скорее всего, на магазине где-то ее миллион раз открывали. Такая потрепанная. Но, и как видим, вот тут берса что-то написано. Вот такая берса. Мы не придали значения на почте. Просто схватил, что было. Не первый раз заказываю в этом магазине товары, поэтому не сомневался. И, ну, на всякий случай... Просто уже в автомобиле решил посмотреть, что здесь. Ну и сразу вот на первый взгляд я увидел, что какая-то цена приклеена не соответствующая тому, то, что я заказывал. И внутри вот такое содержимое. Значит, ну, скорее всего, сразу видно, что вот здесь на рукоятке написано «Берса». Снимаем мы вот этот целлофанчик и смотрим, что у нас тут в результате. Первое, что бросилось в глаза, это абсолютная вот такая, вот, ну вот это вот, вот такое, вот такая, вот, вот такая вот она, вот эта берса. Ну, все, в принципе, на это можно это видео и закончить, вот этой берсы. Значит, ну, по внешнему виду, ну... Так, как бы на камеру, ну, похоже на какое-то вот оружие. Но на самом деле, когда держишь ее в руках и смотришь, ну, он даже просто при визуальном осмотре такого, он похож на детский пластмассовый пистолет. То есть здесь нету ничего такого общего, чтобы это напоминало оружие. Вот такие затеки, просто вот пластмассы, ну, выглядит просто вот никакуще. Дребезжащая вот эта ручка. Камера мешает мне показать. Задумано здесь, значит, как. То есть надо как-то вот сорвать, вот видите, вот эту рукоять, чтобы внутрь поставить баллон. Там идет металлическая, ну, какая-то китайская металлическая такая заготовка для установки баллона. Как видите, вот эта рукоять просто снимается вот с этого пластика. Получается вот такое. Вот такое получается. Честно говоря, я хотел вот этот САС МП-40, он сделан под Смит Вессон, то есть полицейский пистолет. А вот это, ну, такое вот похожее, вот эта пятка внизу, она выглядит как-то, ну, так не в тему. Вот по самому дизайну она какая-то бредовая. Какая-то щель здесь такая. Вот она тоже все тарахтит, звенит. Это пули, наверное, будут сыпаться отсюда, пока ты там, пока это все достанешь. Здесь ничего не взводится. Сделана просто полнейшая бутафория. Вообще не радует, если попробовать дернуть вот этот так называемый предохранитель. Вот. Ну, он, видите, он такой, вот такой неустойчивый, и какая-то пластиковая такая фигнюшечка, которая, ну, так неуверенно как-то движется. Ну, наверное, в какой-то момент после 10-20 раза она просто должна сломаться. Обязательно. Что здесь еще можно показать? Это все здесь не работает, полная бутафория. Вот это вот надпись. Такая ерундистика, честно говоря, это первый мой... такая попытка взять что-то похожее на пистолет для спортивной стрельбы, но это ни в какие ворота, никакая это не спортивная стрельба, это детская игрушка, она не тянет вообще ни по каким параметрам на свои деньги, даже на тех $50, которые там вроде, ну, где-то в этом районе, не тянет она никак, нету здесь какого-то вообще чего-то преимущества, которое я мог бы что-то здесь противопоставить. Реально 300 гривен. Да, вот и все. Я вот, неважно, как она уже будет использована в плане там стрельбы. Скорее всего, будет все так же. Эти пульки будут разлетаться в разные стороны. И там ни в каком спорте, ни о чем не идет речь. Единственное, это в упор,
какую-то обнаглевшую шавку, доставшуюся, и то вроде как-то некрасиво. Гринпис потом обидится, и шавка будет недовольна. Да, шавке ничего не случится, ее просто мы воспитаем, скорее всего. Это такой воспитательный предмет. Можно... Она... Сильно она не пострадает, но, может быть, пропадет желание бегать за колесами и за велосипедами. Я так больше... Ну, даже и добавить-то нечего. Честно говоря, я не пробовал его даже на вытяжку в руку брать. Мне это не интересно абсолютно. Не знаю, вот такой полный разнос вот этой вот модели. Полная такая ерунда. И никому бы не советовал. Вообще, просто не советовал бы вообще. И у меня все на обзоре вот такого вот вида оружия.